Копейка рубль бережет. Обладателям электрических счетчиков предлагают платить за свет по-новому. Дифференцированные тарифы почти наверняка залатают дыры в кошельке. При этом подключить услугу можно бесплатно. Белорусам доступно три тарифа. Одна ставка 24/7. Так считают плату за электричество подавляющему большинству. Цена для квартиры с газовой плитой 17 копеек за киловатт. У владельца электроплиты чуть меньше 14 копеек. По двойной ставке хозяева газовой плиты раскошеливаются по 12 копеек в час с 10 до 5 вечера. Все остальное время платят 34 копейки. Для электрики 10 и 29 копеек соответственно. Тройная ставка. Ее эксперты называют самой привлекательной. Если считать с умом, можно платить за свет чуть ли не в 3 раза меньше. С 11 вечера до 6 утра киловатт для квартиры с газовой плитой стоит 10 копеек. В час пик с 5 до 11 вечера – 31 копейку. Зато с 6 утра и до 17:00 сразу в 3 раза дешевле. Всего 12 копеек за киловатт. Такие же пропорции для домов с электроплитами. На основании заявления энергоснабжающая организация проведет параметризацию электронного прибора учета и внесет изменения в договор электроснабжения. Если у абонента установлен индукционный счетчик, то ему необходимо приобрести электронный или дождаться, когда его заменит энергоснабжающая организация в рамках программы модернизации. Тройной тариф только на слух напоминает задачку по высшей математике. Чтобы разобраться в деталях, можно проконсультироваться у инженеров Бобруйских электрических сетей. Сейчас на дифференцированную плату в городе перешли всего 100 человек. Из них 71 абонент рассчитывается по двум временным периодам, 27 абонентов рассчитывается по 3 временным периодам. Светлана Белавская хочет подключить тройной тариф. Дома стоит электроплита. Женщина посчитала, только на стиральной машине, пылесосе, утюге и прочей бытовой технике сэкономит до 5 рублей в месяц. Главное – пользоваться приборами с 11 вечера до 6 утра. Чтобы не мешать соседям, можно стирать, готовить и убирать в первую половину дня. Тогда удастся сберечь около 3,5 рублей. Мы приобрели в последнее время много техники для того, чтобы легче было жить инвалиду, например, посудомоечную машину, ну, стиральную уже давно. И поэтому маме не составит труда нажать кнопку и проконтролировать сам процесс. Но уже вечером я, когда приду, мы доведем до конца эти процессы, там повесить стирку. А само электричество можно расходовать днем по более дешевому тарифу. Выходные и праздники – минимальная ставка. Бонус доступен только тем, кто платит по тарифам. Перейти на дифференцированный счет первый раз можно бесплатно. Максим Кембель, Андрей Богдан. Итоги недели.